Сегодня, 22 марта, во всем мире отмечают День водных ресурсов. И накануне в библиотеке имени Герцена прошел показ фильма про Вятку, посвященный этой дате. Лента – творение рук двух режиссеров – отца и сына – Алексея и Антона Погребных. Посмотреть картину собрался полный зал. Сам фильм, признался автор-сценарист Алексей Погребной, немаленьким. Его продолжительность 39 минут. И создавали его тоже не быстро. Съемки начались в прошлом году, как только тронулся лед, и закончились к августу. И все это для того, чтобы показать все процессы, связанные с рекой. А это и борьба с браконьерами, исследование рыбных запасов, и поиск причин обмеления реки. Это стало так горько, что вот обмелела река настолько, и понимая значимость реки Вятки для нашей области, для нашего города, мне захотелось об этом как-то высказаться.